Государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» и дочернее предприятие китайской национальной нефтяной компании CNPC BGP Incorporated создают совместное предприятие. Стороны намерены проводить сейсмоисследования как на территории Азербайджана, так и на Каспии. Каждый из них в отдельности имеет положительный опыт в области разведки залежей энергоресурсов. Однако с июня этого года приступили к изучению возможностей по налаживанию сотрудничества. По словам представителя «Сокар», наиболее сложной является работа в открытом море, где после сбора данных на основе сейсмологических исследований определяется наличие в разрезе почвы нефти и газа, а далее принятие решения о бурении разведочной скважины. Вы знаете, что азербайджанский сектор Каспийского моря в значительной степени разведан. Ну, разведывательные работы проводились в основном на востоке и к югу от Абширонского полуострова. К северу же от Абширонского полуострова пока значительных разведывательных работ не проводилось. Это является одним из возможных направлений. Также проведение разведывательных работ на суше, ну и в других частях Каспийского моря. В принципе, весь акваторий, по всему акваторию возможно проведения разведывательных работ в ближайшие годы. Документ о создании предприятия подписали президент СОКАР Ровнаг Абдуллаев и глава BGP Гоу Лианг. Совместные сейсмоработы послужат расширению сотрудничества между двумя компаниями, а также создадут хорошую почву для обмена опытом между специалистами двух стран. В 2016 году СОКАР начал сотрудничество с компанией Ernst & Young, которая является одной из ведущих компаний, мировых компаний в плане аудита. Эта компания провела исследование в рамках СОКАР. Исследование основывалось как на анализе документов, так и на интервью с сотрудниками компании. И на основании этого исследования был представлен отчет, который показал, что компания «Сокар» набрала в их отчете 81% из 100 возможных, что является по классификации Ernst & Young сильным показателем. Согласно отчету Ernst & Young, «Сокар» лидирует среди мировых госпредприятий, не прошедших листинг на бирже по уровню корпоративного управления. По мнению специалистов консалтинговой компании, деятельность «Сокар» основывается на принципах прозрачности и устойчивого развития. Госнефтекомпания приняла во внимание рекомендации Ernst & Young и предпринимает шаги по автоматизации оценки рисков, применению основных показателей эффективности. Фарида Ашралова, Сеймур Сахипзаде, CBC.